Да, так что поехали, не отвлекаемся от важного дела. Вы сами по себе, солдат. А поначалу они же нормальные были, да? Да все поначалу нормальные были, все что-то со временем испортились. Блин, сам себя подзорвал. Блин, капец. Начало вообще многообещающее прям. Только начал, уже умер. Блин, ну капец вообще. Что-то у меня уже игра не заладилась. Хотя вроде все норм настроил, как хотел. Блять, да что такое-то? Так кто? А, ясно. Робот какой-то. Я вообще еще никого не убил. Да я тоже. Нет, это убил. Да еб мое! Нифига, куда он телепортируется? Да вообще не знаю. Но это мега странно. Пиздец, я упал в шахту. Шахта белого внутри. Нормально сказал. Только не понял, о чем. Это. Вообще никого не делают. Мне прям. Прям этот, прям в горло попали, короче. Он еще так кортится от боли, прям. Прям натуральненько. Блин, в спину опять стреляют, обалдеть. Я хоть кого-то смог. Блин, я не тащу нифига. Да. Теперь это игра с Снайдера. Какого Снайдера? Зака Снайдера? Зака Райдера, может быть? Нет, это Снайдер, лидер. А второй Ли. Ли. Блин, каких-то, блин, набрали, короче, то есть посидели с кем-то, блин. Куда с кем закинул, вообще непонятно. Финли какой-то. Пейлк. Файлс. Байуэзер. Байхэзер. Вышел Энигма. Это был ты? Да. Мы теперь получили Энигма, наверное. Блин, я не знаю, откуда я был сосредоточен на другом игроке. Я бежал тебе в спину просто. Ладно. Получай. Когда получаешь за кого-то. Ой, что их стрелять будет? Я думаю, полка побегу, чтобы зарезать. Звучит чисто как-то, как-то вообще, да. Ой, я прям на ракету приземлился, обалдеть. Ой. Готов. Вы почти выбились в лидеры. Поднажмите, это мне говорят, поднажмите. Значит, они мы почти в лидерах. Не, ну косой же. Я вижу, он лёг, а я стою и стреляю по нему. Зашибись, да? Так вот у меня такая же фигня была. Когда вижу, что не попадаю, и нет, чтобы там нацелиться нормально, я продолжаю стрелять в том же направлении. Ну, вообще, макаренки. Макаревич, макаронки? Блин, я третий. Первый этот Slayer. Знаешь, что сделал сегодня Дуэйн? Ну? Это спойлер? Ну, такой. Не очень важный. Ну? Победил Брома Стромана. Блин, зачем ты это сказал? Ну, ты же говоришь, скажи. Ты сказал, что это не сильно важно, думал, там что-нибудь не сильно такое... Да это реально не очень важно. Так он, ты же не знаешь, как именно. Но мне интересно, блин, я уже знаю, что Сэмми Зейн точно победил, тогда какой интерес вообще смотреть. Блин, это же разный. Да понятно, но я же как бы результат-то тоже мне, он важен. То есть я знаю, что там все. Все вот так вот, да. Да блять, умри, блин, ты уже, мать не... твою. Как именно? Да блять, да что за хуйня-то вообще? Че за, блядь, за оружие такое, блядь? Ебанутое подобрал, пиздец, конечно.
Такое ощущение, что он там по каунтаунту выиграл, блин, да? Да, я угадал, по каунтаунту выиграл. Классический выигрыш. А, не только да. Нет? Совсем по-другому? По-другому. Ну ладно. Это даже тяжело назвать. Победой. Короче, все обосрали опять, да? Так. Так, ну ладно, надо будет посмотреть все равно. Блин, как это все долго. Ну, короче, роудблок это не мейн, не совсем мейн ивент, так сказать. Это проходной роу. Это не ты сидел. Блин, как тут спину хорошо стрелять? Вообще идеально просто вообще. А я думал, это ты сидел, а ты просто уже отсидел. Я уже отсидел, блин. Я еще иду, так думал, зарежу тебя впервые за всю игру. Чуть не получается. Это моя цель такая, да? Личное достижение над Энигмой, да? Зарезать Энигму. С ножа. Могу. Меня трудно найти, да. А еще труднее убить с ножа. Так, я второй. Этот Ли первый. Блин, пора бы уже ускориться. Скорее сейчас сам ускорит. Побежал к Рыжу. Да блин! Есть! Чисто. Ни хрена себе, неожиданно. Зарезал. А если бы это был бы не я? А я видел, я издалека видел твой ник и побежал целенаправленно. Как ты мой ник издалека мог видеть? Я что не вижу. А у меня стоит такой перс, чтобы ник издалеке. А, ты все-таки поставил кое-что, да? Да, я закрыл его, побежал, потом ты меня пострелял, потом перестал стрелять. Блядь, да что за хуйня-то происходит, ебаный вот. Пиздец, блядь. Побеждать не только же мы должны победами обмениваться. Only mine победа. Да нет, ладно, я понимаю. Ну просто как-то что-то как-то потерялся навык немножко. Блин, Борис. Надо точнее стрелять. Блин, да они там с этими со всякими перками. Я вообще со стандартной экипировкой бегаю, практически ничего не изменил. Это полезная вещь. Конечно знаю, что полезная. Пиздец, я третий. Ну